В Большом зале Видноской школы искусств состоялся весенний концерт театра-студии детского балета «Арабеск». Хореографический коллектив под руководством Ирины Церингер подготовил праздничную программу, посвященную Международному женскому дню. Театр-студия проводит концерты и открытые уроки для родителей, принимает участие в мастер-классах и мероприятиях школы, а также выступает на международных фестивалях и конкурсах. В репертуаре коллектива большое количество номеров и два балетных спектакля, один из которых «Щелкунчик» на музыку Чайковского в 2018 году на 12-м международном конкурсе юношеских театральных коллективов в Берлине получил диплом за лучшую хореографическую постановку. В студии занимаются более 60 человек от 4 до 16 лет. Как отмечают педагоги школы искусств, на протяжении 7 лет, что существует коллектив, у детей возрос интерес к хореографическому искусству, и количество желающих присоединиться к танцевальному коллективу с каждым годом увеличивается.